Всем большой и пламенный привет. Вторая часть посылки из заказа с распродажи «Русская зима» от Shein пришла. Shein от 1800 рублей стоимостью покупки, аж VIP-доставкой доставляет. Смотрите, как VIP прислали. Нашла хвойную лозу, похожую на веточки туи. Пушистые веточки, хвоинки эластичные и выполнены качественно. Это литая хвоя. Цвет хвои натуральный и даже кора дерева имитирована. Длина 180 сантиметров, ширина 15 сантиметров. Такой длины достаточно для формирования рождественского декора, например, камина, арки, лестницы, а на концах кольца держателя для удобства фиксации. И еще здорово, наверное, венок из нее сделать. Будет очень красиво. Итак, в этой посылке у нас продолжается тема декора, как вы поняли, и кухонных принадлежностей. Набор из 11 инструментов с ведерком для хранения, с деревянными ручками-держателями. Ну что, вскрываем, смотрим. Да, кстати, вот вариация оттенков. Как думаете, какой у меня? Вот такой. Весомые. Хорошие размеры. Так прям как зачерпнуть. О, вот еще зачерпнуть. Там душа от таких размеров радуется. Сколько здесь всего. И здесь в комплекте вот сколько всего. Сейчас все вместе посмотрим. Удобно, что по секциям разделено. Можно, в принципе, так по принадлежностям разделить. Итак, кстати, это все. Это силиконовые инструменты с деревянной ручкой. Очень комфортно, приятно, тактильно держать. Здесь есть специальные отверстия для того, чтобы, если что, вы захотите повесить. Такие инструменты можно мыть в посудомоечной машине. Тоже силиконовые, очень удобные, плотно, качественно выполненные. Подвергать можно термической обработке от минус 40 до 240 градусов. Три вида лопаток. Все это пластичный силикон. Силикон — это инертный материал. Как я уже сказала, термическая обработка абсолютно им ни почем. Что-то мешать, переворачивать, смешивать. Прекрасные размеры, мне кажется, идеально вот для использования. Венчик пластичный. Там идут металлические внутри секции, которые силиконовой такой, скажем, оболочкой обрамлены. Легкий, удобно взвивать, приятно держать в руке. Ну и сочетание оттенков очень красивое. Еще один вид лопатки. Мне кажется, тоже очень прекрасная, пластичная. Если что, что-то такое, где у вас сочное с каким-то соусом, но нужно перевернуть какие-то крупные частички. Еще одна ложка. Доставать какие-нибудь помидорчики из банки, например. Или ягодки вкусные. Кто пьет компот? Кто любит компот? Кто готовит компот? Для макарон прекрасная вещичка. Быстренько отварили, достали спагетти, водичка стекла. Также эластичный, пластичный. Здорово. Размер отличный. Удобно и эстетично. И, естественно, кисточка. Кисточка для смазывания булочек или чего-то еще.
прекрасная силиконовая, гибкая. 11 предметов в комплекте, плюс, как мы помним, специальный держатель. Ну что, остаемся на кухне. У нас кухонный текстиль, это скатерть. Очень приятного оттенка с кружевной отделкой. Нейтральный, благородный оттенок, оформлен под лен. Кружево хлопковое. И вместе с отделкой это выглядит стильно, практично. Качество исполнения на хорошем уровне. А качество кружева, как будто бабушка вязала. Эта деталь такая тонкая, уютная, как будто из бабушкиного сундука. И она вновь актуальна. И смотрится лаконично. Для гостиной наволочка для подушки. Тематическая, пушистая, новогодняя, праздничная, мерцающая, как снежный иней поутру. Вот как у нас сегодня погода. Красиво искрятся пайетки и оформлены они в форме елочек. И такой пушистый-пушистый дружок. Абсолютно универсально к любому оттенку дивана. Уютная, приятная на ощупь и не будет скатываться за счет короткого ворса. А как праздники кончатся, эту же наволочку можно использовать с оборотной стороны. Она абсолютно нейтральная и тоже будет в деле. Наволочка на молнии. И есть на сайте размерная сетка 45 на 45, как у меня квадрат, и прямоугольник 30 на сколько там, на 50. Раз уж заговорили о текстиле, у меня еще одно уютное приобретение. Это на матрасник теплый, стеганый, на резинке. Вот так. Внутри он утеплен с синдипоном таким мягеньким, не шуршит. Это хлопок. Мелкий, ворсистый, роскошный оттенок. Стеганый, велюровый, очень приятный, теплый, плотный. Я бы сказала, такое королевская роскошь. Как вы понимаете, не смогла я устоять. Швы здесь закрыты для удобства, чтобы ничего не натирало. И было очень-очень комфортно. Такой мягкий. Такой нежный, так и хочется уже прилечь. Помимо наматрасника в комплекте еще две наволочки для подушки. Тоже стеганые, на молнии. О, какие большие. На сайте три оттенка на выбор. Серый, синий, сапфировый. На зиму такой теплый наматрасник и подушки создадут дополнительный уют, комфорт и тепло. И небольшая радость для себя. Из одежды. Комплект. Брюки. И куртка. В таком нежном, приятном розовом оттенке. Брючки. На резинке. На широкой, очень эластичной резинке с кармашками. Ткань не тянется, что будет говорить о том, что коленки не вытянутся. Эта ткань будет долговечная. И она не глянцевая, матовая, очень приятно тактильно. Внизу манжеты. Так же, как и у куртки. Куртка с воротником стойка. Приятное такое контрастное, сливочное. Смузевое, такое ягодного смузи оттенка. Мне кажется, очень здорово. На молнии все это плотно держится. Резиночка на рукавах. И внизу также резиночка, чтоб ничего не задувало, не поддувало. Сзади. Отличный комплект для дома, да и для моих садовых работ. Очень удобный, практичный. Куртка на резинке внизу, удобно фиксируется. Кармашки глубокие, можно и беспроводные наушники положить, и телефон при необходимости. И, как я уже сказала, комфортный комплект. Текстиль не растянется и долго сохранит свой аккуратный вид.
ткани смесивая, хлопок и полиэстер. И мне очень нравится то, как это оформлено. Нет, не тянется, не мнется излишне. Тактильно очень приятно. И вот буквально на днях приедет вторая основная посылка моя с теми голливудскими тапочками, которые я вам анонсировала. Спасибо вам, что вы вместе со мной распаковываете посылки. Это так близко, так по-дружески, так тепло, как будто приглашаешь в гости к себе подруг. Делишься чем-то, вы так вместе это распаковываете, потом смотрите, куда, что можно применить, чем сочетать, какие-то идеи, мозговой штурм. Это ощущение на самом деле дорогого стоит.